Все на Первомай. Праздник весны и труда в Иванове начался с митинг-концерта. Партийные, общественные объединения, студенты вузов и сотрудники предприятий собрались на площади Пушкина. Все с флагами и транспарантами. Да, мирному труду, достойным зарплатам и пенсиям, нет налогам и санкциям. Впрочем, о проблемах в праздник говорить никому особо не хотелось. Мир, труд, май. И в старые времена ходили. Здоровье все. Настроение. Ой, бодрое настроение. Хорошие. Почаще бы такие праздники. Надо, чтобы народ сплочался. Митинг в честь 1 мая. Ну, тут много знакомых, друзей. Ну и почему бы не поддержать компанию? 140 лет назад в Чикаго 1 мая была расстреляна демонстрация рабочих. Они требовали сократить трудовой день с 15 до 8 часов. И именно в память о них 3 года спустя было принято решение отмечать 1 мая как Всемирный день солидарности трудящихся. Мир, труд, май. Вот эти 3 слова сопровождают нас практически всю жизнь. Ни одно поколение уже выросло россиян, советских граждан вот с этим праздником. Действительно, вот формула, в которой складывается все самое нужное человеку. Мирное небо, семья, здоровье, достаток, работа, то, что нужно для счастья. Жизнь в 21 веке – это постоянная борьба рабочих за свои права. И прежде всего, в условиях кризиса – за право на труд. Начался медленный, но нормальный рост. То есть у нас тот год был вот с этими санкциями и так далее провальный. Тут и СУ-155, тут и автокраны и так далее, можно говорить. Но в этом году наметилась хорошая тенденция. И мы за то, чтобы эта тенденция усиливалась, чтобы восстанавливалась была и слава нашей Ивановской области. Для собравшихся на митинге выступили творческие коллективы. Кульминацией действия стало появление большого флага России, который буквально опоясал площадь Пушкина. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.